Привет, Шкода Воды, это новости со Шкода Полей. И вот оно наконец свершилось. Как заявил представитель Шкода в России Ян Прохаска, корогу быть. Появится он у дилеров во второй половине 2019 года. ВАК долго взвешивал все свои за и против, все боялся обидеть Тигуан, но свершилось. Основным критерием было то, что корог должен выпускаться в России. Это поможет ему стать конкурентоспособным. Как заявил Прохаска, мы планируем сделать корог очень популярным, и поэтому вы можете рассчитывать на очень интересные цены. Напомню, что Кодиак на данный момент минимальная цена 1 300 000. И будем надеяться, Шкода сможет снизить цену так, что просто затмит Крету. И будет у нас на дорогах очень много качественных маленьких Шкод. Но это не все радости. Один немецкий портал наконец-то выложил возможное изображение новой Шкоды 2019 Октавия. Если она реально будет так выглядеть, ребята, это будет просто бомба. Когда я показал эти картинки моим товарищам по работе, они сказали: «Стасяныч, это же Audi». Я говорю: «Нет, ребята, это Octavia. Если она реально будет так выглядеть, придется мне отложить стройку, сказать жене: помолчи и подожди, и купить себе новую Octavia». Все, ребята, кому было полезно, познавательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.